продукты уже работают как раз на 98%, потому что я их очень долго пью, я уже себя все повосстанавливала. А бьюти я пила 2 недели. Вот мне хватило баночки. Я больше одной ложечки себе периодически так нашлепала, пила вечером. Что у меня получилось? Во-первых, у меня есть результат. Я стала как упругая такая вот стала как-то, да. У меня, я заметила на руках. Вот, я тут выкладывала в Инстаграме статью, мне когда сказали то, что продукты Фитлайн не работают, что у меня вместо ногтей гелевые накладки, да, я вот выложила. А потом я вот после применения бьюти себе зафотала еще раз свою руку, и я посмотрела, кожа даже стала посветлее. Она как-то, и она реально устала, как разгладилась, что ли. Вот, на лице даже, когда вот я вот улыбалась, у меня вот здесь вот очень сильно собирались, как бы это, ну, вот, моя сейчас вот нету вот здесь вот, как бы меньше, да, вот мимическая, вот здесь стало вот как меньше, у меня пудра сейчас, вот. Потом, что еще? Вот, сейчас Галина Николаевна сидела, говорила, да, то, что как бы коллаген, он там, это мышечную массу. Я ловила себя на мысли, вот когда вот иду, да, у меня ощущение было, как ощущение левитации, что ли, такой легкость какая-то вот была. Да, а теперь вот я поняла то, что вот это как раз вот пошел вот именно вот этот эффект, теперь, да, вот все ясно. Я такая иду, и прям я вот... Блин, я как лечу, что ли, я себя чувствовала. Да, легко себя нести. Спасибо. Да. А теперь вот. Лена.